Всем привет! С вами снова Ниагара. В прошлой части наши герои собирались отправиться к Вавилонской башне. Тут за кадром я сбегала в магазинчик роботов, прокачала всех роботов максимально, как только могла, кроме робота Элли. Да, к сожалению, на нее мне не хватило денег, но я как бы и оставила пока ее в покое. Я ее беру не так часто. Давайте посмотрим, мы можем Билли поставить более мощное оружие. Сейчас мы это как раз сделали. И отправимся Игдразиле, как я не люблю это слово, к Вавилонской башне. Да, Сигурд любезно нам напомнил, что ты сходи, прокачай роботов-то. Но мы это... Сейчас мы покидаем этот порт. Так, Вавилонская башня у нас находится вот здесь, где-то неподалеку. Вот она. Буквально мы стояли возле нее. Ну, такая она, знаете ли, довольно таки разрушенная. Очень-очень какая-то древняя постройка, я бы сказала. И меня просто впечатляют эти огромные размеры башни. Представляете, если даже роботы, очень-очень большие роботы, намного превосходящие размеры человека, они здесь кажутся маленькими. То есть эта башня просто гигантская. И вот мы видим новых врагов. Это такие какие-то машины. Не знаю. Они очень что-то как-то сильно атакуют нас. Так, Рико, вмашка вот этому. Так, его не проняло, ладно. Да, ну ХП у них не так уж и много. Думаю, мальчики быстро справятся. Билли, у тебя такие приемчики классные. Так, выучил фей новый смертудар. Вернее, он его выучил давно. Просто сейчас повысил уровень до нужного. Так, ну здесь, знаете, в чем проблема? В том, что на нас будут нападать именно в момент прыжка, блин. Поэтому здесь перепрыгивать очень сложно. Если ты здесь упал вниз, все, начинаешь все заново. Это, конечно, косяк такой вообще. Я помню, когда проходила раньше, маялась тут, знаете ли, довольно долго. Потому что бывает, что действительно, даже ты не виноват, прыгаешь, вроде бы все нормально. Учитывая, что прыжки в этой игре, конечно, полный геморрой. Но бывает, что раз и тут же на тебя нападают, проходит вот эта атака, и роботы просто падают вниз после нее. Начинаешь все заново подниматься. А подниматься здесь нам очень далеко, на эту башню. Так что крайне аккуратно нужно действовать. Фей еще что-то там выучил. Какие-то способности у него появляются. Это мы все потом посмотрим позже. Так, ну здесь нужно сосредоточиться. Так, мы перепрыгнули. Пока что все пучком. Ну, поединки, может быть, я не буду здесь вырезать. Хотя они довольно однотипные.
неплохо очень дают денежек за вот этих роботов. Так, ну тут вообще сложно. Здесь нужно попасть на эту цепь. Мы поняли. Вот сейчас начинаем раскачиваться. Да, здесь вот такая паранойя присутствует. И нашим роботам нужно перепрыгнуть на ту сторону. Максимально раскачиваемся. Тут еще раскачаться. Прыжок. Все, слава богу, мы на месте. Вот такая башня, она полностью внутри разрушена. Здесь какие-то обломки. Я вот уверена, что раньше эта башня выглядела совсем иначе. Кстати говоря, там внизу... Ух ты. Вода. Но мы здесь не утонем. Так. Здесь нужно действовать очень быстро. Так, пока вот эта штучка не опустилась. Побежали. Так, мы на месте. Смотрите-ка. Довольно удачно у меня получается... на сей раз проходить. И фей нам что-то говорит. Это да, нам туда. Это какая-то релейная станция. Здесь есть поезд. Да, вот видите, если бы нам повезло, мы запрыгнули бы наверх, мы бы там еще смогли взять какой-то сундучок. Да, я договорю. Здесь есть поезд, на котором мы можем отправиться на самый верх. То есть вот таким сложным путем мы добрались до этой релейной станции. Давайте сохранимся. Все в порядке. Так, а на эту станцию мы можем пройти только будучи людьми. Поэтому я, кстати говоря, не сразу до этого допёрла, когда играла, естественно, первые разы. И выходим из роботов. Попадаем в некое такое, как бы, комнату управления, что ли, как бы ее называть. Не забываем взять сундучок. Вот мы сейчас увидели, что здесь должен быть какой-то поезд. Кажется, это комната управления релейной станцией. Давайте попробуем здесь кое-что сделать. Давайте. Не знаю, похоже, нет. Теперь нам только нужно выбраться отсюда. Хотя, мне кажется, он должен был услышать какой-нибудь звук там. А, вот. Представляете, как сложно? Ох. Допрыгнуть и доперечь, что там тоже нужно что-то нажать. И где-то из глубин... этой самой башни появляется наша электричка. Круто. Хотя, вы знаете, вот она как будто бы появилась действительно из какой-то глубины. А когда роботы падают в эту воду, ну чего со мной не произошло в этот раз. Удивительно. Обычно всегда у меня они здесь падают. Они просто переплывают до какого-нибудь там... место, где можно выбраться. То есть они не тонут. Хотя, видимо, здесь довольно глубоко. Сейчас мы можем попасть на эту электричку. Давайте уже заберемся в своих роботов. Снова переключаемся. Все, мы забрались снова в своих роботов, и нам нужно каким-то чудом перепрыгнуть туда. Так, попасть на эту электричку. А что такое? Залипли они у меня там. Но тем не менее, мы на нее попали.
Я не помню, будут ли здесь тоже на нас нападать. Да, будут. Причем нападает, посмотрите, какой-то новый вид. Я не знаю, что это, робот. Опа, он уворачивается, гад такой. Но тактика у меня не меняется. Сначала... Ух ты, как быстро мы расправились. Самый простой удар. А потом двойные. Но, как видите, хпшек у него очень мало. Я вообще не знаю, зачем он полез на наших роботов с таким хп. Видит же, что их трое. Явно не справится. Так, там есть лестница, опять же. Да, и дверь, в которую могут пройти только люди. Кажется, здесь мы сможем пройти в верхнюю комнату. Нам придется выбраться из роботов и перелезть через перила. Спасибо, Фей, что ты нам это подсказал. А мы сейчас выберемся из роботов. Ну, как бы я и так это знала. Ну, конечно же, если проходишь первый раз, то не все понятно, что именно нужно делать. Ну, чё такое? Так, и заходим в эту комнату. Ну, здесь, по идее, на нас не должны нападать. Угу. Нам здесь нужно то же самое сделать. Повключать все, понажимать кнопочки, чтобы привести в движение. Здесь? Эй, она завелась. Хорошо, пойдем. Ну все, похоже, мы едем. Вот этот ролик мне очень нравится. Как они путешествуют по этой башне. Башня, еще раз повторюсь, колоссальных размеров. Просто посмотрите. Она огромная и бесконечная. Куда мы собираемся карабкаться? Фей, ну этим вопросом надо было задаваться, когда вы только сюда пришли. Когда вы сюда вообще шли? Что вы хотите добиться? Сейчас уже поздно спрашивать, мы уже едем. Эй, мы выходим на внешнюю стену. Да, это очень круто. Они путешествуют не только внутри. Да. Не все так радужно, как мы предполагали. Выстрел откуда? Черт, рельсы кончились, мы выходим наружу. Не дали нам доехать. Нормально, спокойно. И кто же это мог быть? Что это? Посмотрите, здесь уже облака, просто огромная башня. Корабль Геблеров. Это Размус, кто же еще? Вечный наш соперник. Что это за робот? Я ждал, Фей. Привет, Размус. Последний раз на море меня заставил потерять сознание случайный предатель. Но на этот раз такого не произойдет. Я тебя не отпущу. Откуда они узнали, что мы здесь? Нас... прижали к стене, мы не можем бежать. Видимо, нам придется драться.
мы выступаем. Да уж, фей, нам придется драться. Ну и его спутница Мианг, я так понимаю. Причем нас немножечко подкоцали во время того, когда мы поднимались. Эти небольшие роботы. Наша старая тактика. Сначала небольшие ударчики, чтобы накопить двойной. Победить его довольно сложно. Я помню это. Я с ним провозилась, снимала. А Миан, кстати, мы трогать не можем. Она просто... просто его сопровождает. Недоступна нам для ударов. Но будет восстанавливать ХП Размусу. Черт возьми. Почему у нас нет такого робота, который не участвует в бою, но восстанавливает ХП? Ну, посмотрите, паразитка что делает. Ладно, ладно. Он прикрылся от удара Билли. Это что? Ух ты, черт. Ответку получил Билли. Ну, довольно, знаете, такой неплохой робот у Размуса. Да. Вот и все? И все? О, боже. Почему я вам сказала, что будет сложно? Я помню, что я с ним билась. Довольно таки, знаете, напряженно. 3000 нам за него дали. Видимо, к тому моменту я не была столь прокачана, как сейчас. Ну, ребята, действительно, этот поединок, он не такой простой, как сейчас показалось. То есть, если вы достаточно развили своих персонажей и прокачали роботов, то все получится. Еще не все закончено, нет. Ну, который раз уже, Размус, мы тебе наваляли, ты все что-то пытаешься. Нет, командор, уходи. Отходи, Мианг. Я не могу сейчас отступать. Ух, это невозможно с твоими ранами. Да, он ранен. Мостик обеспечить отступление, основное орудие, высота 0,8. Вспомогательный огонь 30, огонь. Бомбанули, короче говоря. С корабля. Сверху. Нет, этого не может быть, мостик. Пространственные вибрации уровень 8. Сюда идет много информации. Чего я и боялась, Шиват. Сменить курс на 180 градусов сейчас же. Всем кораблям полный вперед. Мы отступаем с этой позиции. Свалили, естественно. Их тоже атаковали. И они проваливают. Вот так всегда они доводят бой до конца. А? Что? Похоже на воздушный налет? Я пойду посмотрю. Ну что же. Здесь выход у нас закрыт. Нам остается только идти внутрь башни. Сейчас на нас тоже будут здесь нападать. Да. Но нападают все те же роботы, поэтому, ребята, я буду это все вырезать. Это скучно, однообразно. Ничего нового. Так. Здесь мы опускаемся вниз. И вот опять же небольшая такая дверка, которую, знаете, сразу ты и не заметишь. В общем-то, можно пройти мимо. Мы снова вылезаем из роботов, потому что они туда не могут поместиться. И заходим внутрь. От того боя я убежала. Да. Ну так вот, да, подставы такие здесь. Подлечим Билли. Его грохнули. Не успеешь зайти, как тут же нападают. Здесь нужно нажать все кнопочки. Это огромный такой пульт управления. Так.
Это огромное-огромное зеркало. Что-то там заработало. Что за любимый вопрос? Так, а тут что за кнопка? Связь восстановлена. Замок открыт. Готово. Все, у нас что-то готово. Какая-то связь восстановлена. Мы отсюда выбираемся. Ну, давай, фей. Ну так. Кое-как забрались наверх. Открыли пока неизвестный нам замок. Нас снова по умолчанию поместили в роботов. И сейчас начнется путешествие по коридорам. Так, это мы сейчас выпрыгнули, мне кажется, в начало, да? Подождите-ка. Ага, нам нужно на другую сторону. Ай, да что ж такое? С прыжками здесь дела обстоят очень плохо. Ну, единственная радость, знаете, от этих стычек, что мы можем подзаработать немного деньжат. Потому что у нас же осталась непрокачанная Элли. Так. Что там у нас? А куда-то провалились. Ну, а по-моему, так и надо. Не помню точно. Я, по-моему, здесь все время проваливаюсь. Продолжаем собирать денежки, накапливать. В этом долгом блуждании по коридорам у нас одна цель, да, выйти. Я не успел договорить, прервали меня. Выйти на некую такую площадку. Мы к ней сейчас и движемся. Да. То есть то, что мы там упали, это... Вполне нормально. Нашли, кстати говоря, какое-то оружие. И развиваем наших персонажей. И еще один сундучок. Не знаю, что мы там такое получили. Что-то явно очень полезное. Вот, мы на месте. Ура. Это, кстати говоря, робот. Магазинчик такой, где мы можем поправить хпшки наших роботов. Саморемонтирующийся робот Бздзинь какой-то. Заправка или экипировка? Спросить, конечно же. Ну, мы подзаправимся. Да, подлечимся. Бедная Элли, которую мы не прокачали. Восстановим наших роботов. Так. А что мы можем у вас купить? Купить нечего, собственно. Вообще нечего, мы просто подзаправились. Отлично. Спасибо, приходите еще. Сейчас начнется наш долгий путь наверх. Вот здесь, я знаю, есть еще и сундучок. Продолжают нас атаковать роботы. Так, давайте посмотрим. Еще мы что-то получили, по-моему, это какое-то оружие, возможно, для Барта или для Элли. И сейчас начнем двигаться еще наверх. Но здесь уже более как-то культурно так все. Не так разрушено. Да, не дадут так просто, конечно же, дойти. И вот мы дошли до неких лифтов. Да, вот эти штучки такие, это лифты. На которых мы будем подниматься наверх. При каждой активации такого лифта на нас будут нападать. Нападают, как вы видите, все те же роботы.
Ничего не поменялось. Очень просто они уничтожаются. Но досаждают, да. Скажу вам, досаждают. Да, вот что. Ну, о, фей, молодец. Вернулся. Рико не такой молодец. Одного выстрела били достаточно, чтобы уничтожить такого робота. Да. В общем, неприятные такие соседи. Мы поднимаемся. Здесь самое главное вовремя перепрыгнуть, потому что лифт пойдет вниз. Так. Идем к следующему. Да, досадные помехи. Так, здесь нам нужно что? Перепрыгнуть. Постараемся перепрыгнуть. Ну, отлично. Еще посмотрим, что здесь. Ага, мы не можем туда попасть, то есть только на лифт. Продолжаем отбивать атаки местных роботов и двигаемся наверх. Так, как помню, вот за этой стеной есть сундучок. Потихонечку дербанят наших роботов. Да, но если не знать, что здесь есть, конечно же, пропустишь этот сундучок. Его не видно, и здесь никак не повернуть камеру. Так, и еще один лифт. И снова сражение. Не помню, последний ли это лифт. Возможно, не последний. Ух ты. Музыка здесь приятная. Мне нравится. И я вижу, там еще сундучок. Да, изрядно потрепали Билли в этих стычках. Но ничего страшного. Еще терпимо. И снова лифт. Готовимся к новому сражению. Так, едем. Ну, тут лифт такой довольно высоко нас завез. Там еще сундучок. Так. Да, допрыгнули, отлично. А сейчас будет серия таких прыжков, знаете, типа наугад. Нам бы лучше вот отсюда, наверное, прыгать. Надоедливые маленькие роботы. Да. Нормально идем. Повышают наши мальчики свой уровень. Кажется, мы можем подняться наверх. Вверх, конечно же. Они полезли вот каким-то странным способом. Полезли по этим трубам. Больше лифтов у нас не будет. Да, мы забрались на самый-самый верх этой огромной башни. Сейчас сохраняемся и продолжим с вами, друзья, в следующей части. Пока-пока.